Да. Старшеклассники узнали о том, как можно получить культурный ваучер, о спектре культурных продуктов или услуг, которые они могут получить с его помощью. Концерты, представления, кинопродукции или покупка книг. Ученица 12 класса лицея имени Дмитрия Карачабана Мария Чабан отмечает, что она готова стать обладательницей культурного ваучера, так как ей уже исполнилось 18 лет, как того требуют правила программы. Для того, чтобы использовать ваучер в размере 1000 леев, необходимо в первую очередь обязательно иметь электронную подпись. Культурный ваучер можно использовать именно в электронном виде, то есть это электронные деньги. В таких магазинах, как Librarius, можно приобрести книги. Можно на сайте FishMD, то есть приобрести какой-либо билет на представление молдавских артистов в театр и так далее. Ученица 9 класса гимназии села Бишалма Эльвира Драган отмечает, что национальная программа «Культурный ваучер» ее заинтересовала тем, что она дает доступ молодежи к культурному наследию своего народа. В области культуры, в области получения какой-то информации, доступа к книгам, к театрам, к различным выставкам, галереям. Во время информационной сессии было предложено увеличить возраст бенефициаров этой программы, а также срок действия ваучера, чтобы больше молодых людей могли воспользоваться этой инициативой, отметила Эльвира Драган. Мы на этой встрече обсуждали, сказали, что, возможно, предпримут меры для того, чтобы расширить возрастную категорию. И если возрастная категория будет в пределах 16 до 19 лет, то в скорейшем времени я смогу воспользоваться этим ваучером. И Мария, и Эльвира при помощи культурного ваучера хотят прочитать побольше книг, и предпочтение они отдают зарубежной литературе. Романы, фантастики, но именно зарубежная литература, то есть художественная фольклора зарубежная. Мне больше нравится зарубежная литература от Агаты Кристи, такие как детективы. Также мне интересны романы тоже зарубежных авторов, как Анна Джейн, Анна Шейри. Программа направлена на улучшение интеграции молодежи в культурную жизнь страны, продвижение и развитие культурных ценностей, отметили Мария Чабан и Эльвира Драган. Я советую своим сверстникам воспользоваться данным ваучером, потому что от этого они ничего не теряют, и это является крайне полезным для нашего поколения в разряде именно привлечения нас к культуре. То есть можно приобрести, пойти в театр тоже молдавский, посмотреть молдавских исполнителей. То есть это культурный ваучер, то, что будет приобщать нас к нашей родине, к истории, к нашим каким-то традициям. Я посоветую им не обходить стороной данный ваучер, а проявить заинтересованность в нем, чтобы они тоже могли получить его, чтобы они заинтересовались, и для них это было бы огромным плюсом. Это, получается, онлайн-деньги, которыми они могли бы воспользоваться. Думаю, им тоже было бы это интересно. Культурный ваучер представляет собой инициативу правительства Молдовы по расширению доступа молодых людей, которым исполнилось 18 лет, к культурным мероприятиям, таким как выставки, спектакли, концерты и покупка книг. Любое выбранное мероприятие может быть оплачено культурным ваучером в распоряжении молодых людей 1000 леев. Ваучер электронный и может быть использован только онлайн. Программу «Культурный ваучер» правительство страны запустило в ноябре 2022 года.